Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Boxing Friends Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он. А оставшиеся читы на этом сайте, к сожалению, не работают. А также видео прикреплю о том, как скачать этот чит, как получить на него ключ. Сложного там ничего нету, в принципе, я думаю, посмотрите и разберетесь. А дальше, после того, как скачаете чит, в поиске пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт на этот режим, к сожалению, больше я не нашел. Чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, инжект вроде бы прошел. Нажимаем кнопочку Запустить и смотрим. Так, и почему-то не хочет появляться этот скрипт. Странно. Вроде бы как я заинжектился. Непонятно. Так, давайте я сейчас быстренько перезайду в игру и заново попробуем активировать. Так, все, заново перезашел. Пробуем опять заинжектиться. Ждем, пока инжект пройдет. Так, вот сейчас он получился. Короче, смотрите, как вообще я определяю, когда проходит инжект или нет. Вот, допустим, здесь колесо фортуны крутится, и в какой-то момент, на буквально какую-то миллисекунду, оно задерживается, то есть останавливается. И в этом случае, если так происходит, то инжект, значит, получился. Так, давайте заново попробуем скрипт вставить этот и нажать кнопочку «Запустить». Вот, вот теперь все получилось. Отлично. Иногда, конечно, бывают такие проблемы, но ничего страшного. Так, давайте теперь тестить. Первая функция WinSFarm включаем и смотрим, что происходит. Видите, я стою на одном месте, и у меня прибавляются победы в очень большом количестве. Так, эта функция работает, выключаем ее. Дальше «AutoReburst». А где здесь можно сделать реберст? Хочу посмотреть, хватает у меня или нет. Да, хватает. Включаем эту функцию. И, как видите, эта функция тоже работает. Дальше опять включаем WinSFarm. И опять фармим эти победы. Отлично. Потом следующая функция — это AutoWeight. Не знаю, правильно прочитал или нет. Короче, эта функция нужна для того, чтобы качать силу. Как видите, эта функция тоже работает. Все четко. Следующая функция — это автокнюкл. Тоже не знаю, правильно прочитал или нет. Это, короче, авто, типа, удары или что-то типа такого. Включаем и смотрим. Офигеть, как видите, эта функция тоже работает, но она намного лучше работает, чем сила. То есть прибавляется в очень большом количестве. Офигеть. Вот это круто, слушайте. Так, ну все, в принципе, самые основные функции показал. Осталось у нас автооткрытие, в принципе, давайте его тоже проверим. Какое здесь вот самое крутое яйцо? Скорее всего, это AutoHatch HugePad. Давайте включаем эту функцию. Так, давайте сначала в инвентарь зайдем. Так, скрафтим всех. А, здесь эта функция тоже в чите есть. Ладно, ждем. Только я не знаю, насколько долго придется ждать, все отлично. Так, и у меня освободилось, то есть появилось свободные места. Включаем функцию Hatch HugePad. И, как видите, эта функция тоже прекрасно работает. Также можно включить автоматически параллельно Craft All. И, как видите, все пэты крафтятся сами. То есть мы не нажимаем на эту функцию, и они все равно сами крафтятся. То есть они выпадают и крафтятся. Короче, все четко. Также есть Hatch 50M яйца, но, скорее всего, я думаю, там питомцы будут, конечно же, послабее. В принципе, у меня на этом все. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan. Всем удачи и пока.